Сотрудники полиции управления МВД России по Одинцовскому городскому округу в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали на улице Чикина в Одинцове 38-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра у мужчины изъяли 20 свертков с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования было установлено, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство, героин общей массой более 70 граммов.